13 сентября IT-сообщество во всем мире отмечает День программиста. Институт вычислительной математики и информационных технологий присоединился к этой акции. Как и в прошлом году, для студентов организовали встречи с представителями ведущих IT-компаний Казани, которые в формате популярных лекций и мастер-классов рассказали о своих проектах, используемых информационных технологиях, программных средствах и инструментах, а также возможностях сотрудничества с этими компаниями, прохождение практики на их базе, обучение по их специальным программам, вовлечение в проекты. На сегодняшний день у нас фирм-партнеров по стране работает более 10 тысяч. Больше 600 городах России и стран СНГ. Фирма 1С – российская компания, специализирующаяся на поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения. Представители компании рассказали о тех возможностях, которые готовы предоставить студентам. IT-технологии – это прям то, что будет постоянно меняться гарантированно, потому что это то, что позволяет менять жизнь, это то, что меняется само и в итоге меняет мир вокруг себя. Вы будете в этом вариться постоянно, вы постоянно будете в тренде, вы постоянно будете на волне, потому что вы будете изучать изменяющие технологии. Также ко Дню программиста была приурочена презентация Департамента внешних связей КФУ о возможностях обучения и стажировки за рубежом. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз.